Нет, я... Ал Пачино. Я снимался в очень многих фильмах, таких как... «Крестный отец». «Адвокат дьявола». «Адвокат дьявол». «Оушен Бенд». Да, и многих-многих других. Вот звонили менеджеры, говорят, что надо сняться в следующем фильме... «Крестный отец». Четвертая часть. Только не сказали, где же будет проходить съемки или... Кирибати. А может быть... Македония. Или... Словакия. А может быть... Пуэрто-Рико. Вау, ну где же, где же? О, книжный червь, ты наверняка должен знать, где же будет сниматься новый фильм про крестного отца. Конечно, помогу. Я же книжный червь. Я звал других. Глоб-глоб-гагала. Это Эдди. Крестный отец, четвертая часть. О, это интересно. Казаки. Ну что, казаки, поможем этому Пачино? Поможем. Итальянцу. Маноло. Я напишу музыку для фильма. Винни-Пух и Пятачок. Винни, там Пачино надо помочь. Конечно, поможем. Алфа-Пиг. Ну, постараемся. Розовая пантера. Вообще-то я на день рождения шел, ну да ладно. Порту. О, а мы найдем тебе кораблик. Грю. Помочь Пачино? Попробуем. И скрет. Только обещай мне не трогать мой желудь. Не трогай, никто не трогает твою желудь. Пока я вокруг света пробегусь, никто не трогает мой желудь. Африканцы. Африка? Есть ли тут вообще Африка? Македония, Словакия, Пуэрто-Рико. Нету. Может, страны, где волны и моря? Где волны, где моря, говоришь? Ну, Кирибати. Это наверняка Кирибати, первый балл, и Пуэрто-Рико, первый балл. О, желудь мой, о, на месте, ой, миленький желудь. Вообще-то все умные люди спрашивают... Тургида! Словакия! Братислава! Словакия, Братислава. Словакия, первый балл. Почему не Италия? Я же итальянец. Тургет сказала Словакия. Ага, а мы тебя на кораблике отправим на остров Джурасик. Парк. Там, где... Много динозавров. Не, в Джурасик парке я не снимался. Кстати, там другие актеры в Jurassic Park снимались. И второе, динозавры давно вымерли. Да. Ну как хотите. Мы хотели вам помочь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так. Выучи азбуку, розовая пантера. Клоун. Нет, я актер, а не клоун. Медведи? Какие еще медведи? Слоны. Слоны в Словакии. Где вы Словакии слона видели? Поезд. Ну, на поезде Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико второй балл. Ну, хоть что-нибудь. Так. Сейчас я сделаю детальку, и тогда мы пройдемся по... Европу. Так. Тук-т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 ук. Все, можно. Испания. Голландия. Франция. Великобритания. Извини, Пик, нет тут таких стран. А разве нету у вас европейских стран?
Македония. Есть. Первый балл Македония. Словакия. Второй балл Словакия. Ну вот. Помог же я ведь. Помог. И... Лучший... Винни, Винни, давай послушаем песенку. Давай. Так, ну, сколько полосок у меня на свитере? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Песня номер 7. Нет, напрасно мы решили прокатить кота в машине. О. Кот кататься не привык, опрокинул грузовик. О, а какого цвета был грузовик? Красный. Поищем красный цвет. Македония. Второй балл. Кирибати. Второй балл. Словакия. Четвертый балл. Пуэрто-Рико. Четвертый балл. Вау. А теперь пойдем в лес. За букашками. Посмотрим букашки. Может, меда найдем. Пойдем. Да-да, только Муни Маквина спрашивает. Качао. Япония, Италия, Великобритания. Япония, Италия. Великобритания. Нету таких стран. Эх, Италия. Эх, Италия. Италия. Почему нет Италия? Эх, нашей, нету нашей родины Италии. Ну что, казаки, пройдемся вокруг нас, осмотримся, что тут? Реки. Реки находятся вокруг нас, что еще? Водопады. Водопады. Моря. Моря вокруг нас. И пузыри водные. Кирибати, четвертый балл, и Пуэрто-Рико, пятый балл. Вау. Азбуку выучите. Чего? Так, Эд. Ха-ха. Азбук изучает Эд. Самокат. Это мой самокат, не трогай. Ключ. О, ключ от гостиничного номера, пятый балл Кирибати. Мяч. Ну не, я не футболист. Это мой мяч, отдайте. Портфель. Ну, не нужен мне портфель. Это мой портфель был. А. Я тут притомился. Всю ночь я тут книжки читал. А теперь надо мне спать. Да, надо мне отдохнуть. Выучи азбуку, скрет. А никто не возьмет мою желудь, пока я азбуку буду изучать? Нет. Ну давай тогда. Мой дадыр. Мой дадыр. Мой дадыр. Помыться? Помыться не надо. Чу. Крокодил. Крокодил, дил, дил, плывет в Кирибати, шестой балл. Слон. Опять слон в Словакии. Паучок. Какой еще паучок? А мне все равно, какой паучок. Главное, чтобы и желудь у меня. Так. Вообще-то мне некогда помогать. Мне пора есть кашу. Да, подкрепиться. Так что пусть другой тебе помогает. А. О. Ух ты! Ты кто такой? Привет! Ты розовый? А я тоже розовый. О, давай! Окей, у меня даже есть для тебя розовые цветы. Да, куда-то ушел.
Так, что у нас дальше? Так. А что это такое? Лес. Лес? А что это лес? Там проживает медведь. О, не надо мне никакой лес. Там медведи живут, нет. Лучше транспорт выбери для меня. Ладно, я выбираю легковую машину. О, а какого она цвета? Белая. Словакия. Словакия. 5-й балл. 7-й балл. Пуэрто-Рико. 6-й балл. Вау. А то в лес хотел меня отправить. Ух ты! Ну что, ребята, послушаем песенку? Послушаем. Так, сколько... А сколько у меня этих, во, как его, букв? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Песня номер 6. Какая еще птичка? Это явно не обо мне. Ладно, давай послушаем песенку. Сколько у меня белых полосок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Песня номер 10. Какие еще утята? Какого цвета утята? Желтые. Какие мои волосы? Желтые. Какие у меня перья? Желтые. Значит, ищем страну? Желтого цвета. Македония. 5-й балл. Кирибати. 8-й балл. Круто. Выучал азбуку мамо. Окей. Салли. Салли. Но Салли. О, да, я король кино. 8-й балл, Кирибати. Приз. Ей, приз лучшему актеру дают в Пуэрто-Рико. 7-й балл. Супер. Выучить азбуку. Пятачок, ну давай ты выучи азбуку. Ладно. Мамонтенок. Какие еще мамонты? Кузя. Я Эл вообще-то. Эл Пачино. Сундук. Нет, не нужны мне сокровища. Принцесса. И принцесса тоже мне не нужна. Выучить азбуку, казаки. Ну что ж, попробуем. Собаки? Ну не надо, но не, собаки ни при чем тут. О, птичка летает в Кирибати, 9-й балл. О, обожаю мотоциклы, вау. 6-й балл, Македония. Опять утка. Так. Ну, ребята. Последняя азбука. Эдди. О, мне? Давай. Маша, поиграй со мною. Поиграй со мною. Что? Я девчонка какая, чтоб с куклами играть? Коза. Сама ты коза, козлина. Самовар. О, чаек? Хорошо, давай. Паук. Чай с пауком? Не пойдет. Да, ребята, никакого толка от вас. Очень хорошо, что у меня есть... Главный эксперт. Который скажет, где же будет сниматься «Крестный отец 4». Привет, деревянный. Да, и я деревянный, что надо? Где снимается «Крестный отец 4»? «Крестный отец 4» будет в Кирибати. О, какой-то мужик поет. Это «Крестный отец» поет. А там красиво. Ну,
Нравится тебе там, Маркус? Да. Ладно, итак. Аль Пачино. Великий Аль Пачино едет на съемки фильма «Крестный отец 4» в Кирибати, Байрики. Это почти что флаг бывший латвийский СССР. Сейчас у нас другой флаг уже.